добрый день. Сегодня посмотрим в обзоре ручник пожарной автоматики фирмы Болит. Вот так вот выглядит он в разборе. То бишь, вот он в сборе полностью. Многие люди видели, знают, что это такое. Вот так он вот выглядит в сборе. Ладно, разберем. При нажатии взводится ручной взвод. Замыкает кнопку. Сигнал поступает на пожарное автоматическое оповещение и начинает играть тревога. Вот так вот. Коротко. Обзор. Чтобы обратно взвести данный ручник, вот тут вот снизу есть отверстие. Нажимаем. Все. И мы вернули его обратно в рабочее положение. Данный ручной взвод.